Какие болезни можно подхватить, если купаться, ну, в общем, в том водоеме, где не разрешили? Итак, самая распространенная зараза – это ротавирус. Он попадает в организм у вас с водой. Ну, в принципе, все очень просто. Ну, не надо пить воду, когда вы купаетесь. Симптомы – диарея, лихорадка, тошнота. Более страшное заболевание – это циркариоз или зуд купальщика. Его можно подхватить в тех водоемах, где есть водоплавающие птицы, например, утки. Симптомы – воспаление на коже, покраснение, отек, сильный зуд. Надо обращаться к врачу. Ну и лептоспироз – это на самом деле очень серьезное заболевание. Головная боль, лихорадка, боль в животе, желтуха. Вот если особенно желтуха у вас уже появилась, бегом к врачу. Лечится это долго, ну и очень неприятное заболевание. Кроме того, в таких водоемах можно подхватить брюшной тиф, дизентерию, холеру и гепатиты. Ань, а есть какие-то хорошие новости у тебя? Чем точно нельзя заразиться в пруду? Ну, развеем некоторые мифы. Список не такой большой, как вот этот. Нельзя заразиться, подхватить вши в воде, это 100%. Также нельзя подцепить грибок, ну и нельзя заразиться заболеваниями, передающимися половым путем. Вот, в общем-то, все остальное, если заметили, бегом к врачу, не надо заниматься самолечением.